В Архангельске на Олимпиаду «Старт» собрались студотряды Северо-Западного федерального округа. Старты открыли соревнованиями по волейболу. Также в программе «Гиревой спорт», «Дартс», «Шахматы» и «Фотокросс». В течение 3 дней за право называться сильнейшими бойцами поборются команды из Новгородской, Ленинградской, Вологодской областей, а также Республик Коми и Карелия. Явный фаворит Олимпиады – команды из Вологды, но и наши стройотрядовцы обещали постараться оказать достойное сопротивление двукратным чемпионам. Победитель Олимпиады получает кубок, переходящий кубок Олимпиады «Старт». И 2 года подряд этот кубок оказывается в Вологде у студенческого отряда «Спас-Каменный», который традиционно его выигрывает. В этот раз 3-я Олимпиада проходит. И для того, чтобы, видимо, снова выиграть этот кубок, «Спас-Каменный» был вынужден выдвинуться сюда с «Формулы-1», где работал в сервисном отряде. Но в воскресенье уже будут известны результаты. Причем не только выступлений команд на Олимпиаде, но и подведут итоги сезона студотрядов.